Вот уже в 79-й раз юные железнодорожники выстроились в линейку, чтобы торжественно открыть новый сезон на детской железной дороге в парке имени Лазаря Глобы. Открылся рух на Дніпропетровській дитячій залізниці. Залізниці, яка завжди рада бачити відвідувачів, гостей міста Дніпропетровська, яка стала рідним домом для юних залізничників. Цей час у нас навчається більше 700 юних залізничників. Вони відчувають у нас на Дніпропетровській дитячій залізниці ритм, темп, технологічну дисципліну. Вони роблять перші кроки в дорослому житті. Все профессии, которые есть на Великой Залезнице, они есть и у нас. Хоть железная дорога и предназначена для детей, и поезда на ней совсем маленькие, но торжества прошли очень даже серьезно и по-взрослому. Ребята выносили флаг Украины, слушали гимн, отчитывались перед начальником железной дороги, а затем организовали небольшой флешмоб и показали все свои таланты. Кроме того, каждый ученик детской железной дороги получил грамоту за свои труды и старания в учебе. К этому дню, к 1 мая, готовились все очень долго, потому что детская железная дорога, она уходит зимой и возвращается летом. Все готовились. Мне как школьница очень интересно. Я заканчиваю школу и готовлюсь к поступлению. Будущая профессия на железной дороге – это очень нужно, правильно, интересно, разнообразно. Торжественная часть закончилась звоном в колокол и небольшим сюрпризом для гостей и родителей. Все желающие могли бесплатно прокатиться на поезде и насладиться красотой весеннего парка.